Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы поиграем в симулятор Sunset 2. Это более продуманная, более интересная версия. Итак, нам нужно назвать упавшего человека. Что интересно, если мы называем... Так, по-русски нельзя называть, видите, такая ерунда. Допустим, Чара, вот видите, как отображается. Мы называем нашего персонажа Sans с маленькой буквы и... Не, ну, Sans против Санса была бы неплохой игрой, но нет. А если мы называем Папай Рус? Не. При этом продолжить игру можно. Но я назовусь Чарой. Разницы, в принципе, никакой нет. Вот, пожалуйста, главное меню симулятора Санса. Давайте смотреть. В опциях у нас просто режим окна и режим полного экрана. В инструкции написано: левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, средняя кнопка мыши для атак. Нажимаем на Z, чтобы атаковать Санса. И нажимаем на цифры, чтобы выбрать атаку. На Shift мы и на Ctrl мы уничтожаем лишние кости, а на WASD мы вызываем костяную стенку. Новости смотрим. А в этой версии симулятора Санса добавлено. Режим Гастера, исправлены баги, добавлена полоска усталости Санса, нет онлайна почему-то, добавлен Херобрин. Это, кстати, мистический персонаж из Майнкрафта, если не ошибаюсь. И больше пасхалок. Онлайн не работает. И мы нажимаем Local Multiplayer. Так. Поскольку у меня нет возможности играть на одном компьютере в эту игру с другом, я попробую сыграть роль сразу двух персонажей. Чары, атакующего, и Санса. Итак, на стрелочке наше сердце двигается, при этом двигается оно довольно медленно, и при этом имеет физику разгона и физику остановки, особенно когда оно синее. На Z мы ударяем Санса, но на пробел Санс может увернуться. Уворачиваться можно часто, а вот бить часто нельзя. Давайте смотреть атаки. Так, первый Гастер Бластер. Это Гастер Бластер синий. Я буду одновременно управлять обоими. Синий не бьет нас, если мы стоим. Правая кнопка мыши. Гастер Бластер оранжевый. Надо двигаться, чтобы он нас не поранил. Еще есть вот такой Гастер Бластер. Вот такой. При этом он двигает окно экрана влево. Вам это не заметно, а мне очень заметно. Этот гастербластер, ребят, поверьте мне на слово, он при попадании оставляет, крупицу здоровья. То есть вот из 100% остается только 1%. Следующая атака. Это обычные гастербластеры. Боковой есть вот такой. Потом снизу гастербластер есть. И есть черный гастер-бластер, который оставляет за собой непроходимую стену. Что интересно довольно-таки. Атака номер 3. Мы становимся синими, и теперь мы прыгаем. Теперь выбираем стену из косточек. Вот такая стена, можно самому себе устроить испытание. Вот такое. И самому же уворачиваться. Жесть, да? Слева направо стена есть, потом... А, все, то есть больше режимов нет. Следующая атака. Это у нас... двигающиеся кости. Мы будем через них перепрыгивать. Прикольно, да? Слева направо есть. И все. А, нет, не все. Смотрите, я когда кручу этот... колесиком, у Санса атака не срабатывает, а полоска усталости при этом накапливается. Смотрим, что еще есть.
А, есть вот такие кости, они ни, никак никуда не это, не двигаются, они просто... просто плывут на соперника, при этом есть поменьше варианты, да? Так. Есть вот... Ну, это мы смотрели уже. А, вот такие кости есть. Просто... просто полоски, можно так вот... Опа! Оп! 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 Такое испытание себе устроить. Сверху есть. Оп! Оп! Жалко на них запрыгнуть нельзя. Есть быстрые, смотрите. Быстрые косточки. Вот такие штуки есть. Кости, которые просто разбрасываются. Есть кости вращающиеся. Оу. Можно поприкалываться над своим другом и устроить ему такое сложное испытание. На Shift убираем кости. И вот смотрите, какая штука получается интересная. Оп, оп, оп. Теперь можно бить соперника об стенки. Вот так вот. Оп. 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 И даже кидать самонаводящиеся кости. Но от этих самонаводящихся костей вернуться трудно, потому что, ну, особенно если сердце красное, потому что в прыжке синее сердце двигается быстрее красного. Что интересно, я не могу эти кости убрать, а эти кости, они вообще никуда не деваются в этом режиме. И есть кости вот такие. Ой-ой-ой, по-моему, я умер. Game over, Sans выиграл. И можно что-нибудь написать, типа... Get dunked on. Прикольно, да? Так, переигрываем. Смотрите, значит, мы эти еще не посмотрели. Можно в разные стороны и оранжевые. Оп, 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 оп. Такое вот испытание небольшое сделать. А, далее. Можно переключать обратно на красное сердце. И смотрите, что будет, если Санс будет слишком часто использовать атаки. Он устанет, музыка прерывается, и Санс засыпает. И он не может уворачиваться, пока полоска усталости не пройдет. Нельзя ничего нажимать, иначе она будет, видите, обратно восстанавливаться. И я его ударяю, он не может никак увернуться. И, собственно, как и в оригинале, он идет куда-то к Грилби. Идет, идет. Чара выиграла. Мне дали очко предметов. Я могу что-нибудь написать. Смотрите, у меня есть одно очко предметов. Реплей. И теперь, когда я нажимаю плюсик, а это как раз старт записи у меня, появляются вот такие вот предметы. И каждый стоит определенное количество очков. Например, стейк. Его не видно из-за моей вебки. Это 1 очко, а пирог 2 очка и 19 очков это сухие эти лапша, по-моему. Берем, значит, вот. Я вам не показал стенку. Смотрите. Вот такая стена есть. Берем гастербластер. Вот этот жесткий, да? Который... оставляет на... А, он не один процент жизни оставляет, он просто очень больно бьет. И теперь нажимаем сюда и вылечиваемся. Вот так вот это и работает. Ну, а теперь давайте пасхалочки посмотрим. Смотрите. Мы набираем папайрус теперь большими буквами. Все буквы большие. Человек, ты открыл режим великого папайруса. И смотрим. И Боун Трассел и Мегалования играют одновременно. И причем, когда... что интересно, когда мы вот такие кости кидаем, папайрус рукой так оп-оп делает. Оп-оп-оп.
Так интересно это звучит, правда, немного странно. Уворачивается только Санс. Давайте сделаем так, что... Не понял. А, у них усталости нет в этом режиме. Смотрите-ка, да? А, сейчас мы проиграем. Санс и Папайрус победили. Реплей. Теперь мы их сейчас выиграем. Убиваем при этом обоих. У Папайруса слетает голова, как в оригинале. Он пропадает. Ну а Санс медленным шагом направляется к Грилби. При этом имя меняется, да, на Папайрус. Там моя вебка находится, но ее просто некуда... Ну, некуда ее девать. Но вот вопрос. Ведь в этом симуляторе есть еще Underfell Mode. А вдруг с Папайрусом это сработает? Но нет. Здесь только для Санс этот режим. Атаки все те же самые. Вот здесь почему-то как-то странно, да? Вот. Эта атака не выбирается, она просто является костяной стеной. Смысл в том, что, смотрите, он уворачивается, но если он не вернется от моего удара, то будет вот что. Такой, ты чего это? И таким презрительно так уходит. Почему-то Папайрус выиграл. А, потому что у меня имя было Папайрус. А, сложность в том, что смотрите, что будет. А, в этом режиме меня убивают с одного удара. Санс выиграл. Друзья, но и это еще не все. Если мы набираем Агастер. Вот таким образом. Га-стер с пробелом. Музыка прекращается. Нажимаем далее. И появляется вот такая вот глючная ерунда. Казалось бы, это баг, но если нажать вот сюда, чуть ниже середины, появляется Гастер. Атаки все те же самые. Все те же самые атаки. При этом... Сейчас дайте попробую вот так вот сделать. Оп. Смотрите, я застрял куда-то вообще, пропал. Я пропал. И мое сердечко пропало. Это жесть какая-то творится. При этом, смотрите, он не уворачивается, а ударить его, ну, как бы нельзя. И при этом музыка немножечко приглушается на этот момент. А, нет, это так просто совпадение такое, да? Прикольно очень. А, то есть, получается, ребята, я попал в пустоту. Вот так вот. В этом режиме. Попробуем проиграть. Берем. О, да. Самонаводящиеся кости. Ура! Ура! Игра при этом выключается. А теперь, друзья, я снимаю в специальном режиме экрана, чтобы вы видели само окно. Для чего? Смотрите, что будет, если я наберу Гастер по-нормальному с большой буквы. Видите, что с окном делается? И музыку слышите эту? И все, игра вылетает. Вот такой вот был необычный, интересный Санс Симулятор 2. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующих интересных видео. Всем пока!